На сегодняшнем совещании актива района, которое ввел первый зам главы администрации района Закир Гаджиевич Баташев, обсуждалось два вопроса. Это о ходе выполнения плана по подготовке специалистов для службы в рядах вооруженных сил российской армии, а также о ходе выполнения плана по сбору местных налогов на землю, домостроение, а также актуализации земельных участков и домостроений. По первому вопросу выступил начальник отдела призыва Межрайонного военного комиссариата города Хасавюрт, Хасавюртовский и Новолакский районы Артур Аджиев. Значит, подготовка проводится в нашей автошколе ДОСААФ России по заданию военного комиссариата Республики Дагестан. В этом году, 16-17 учебный год, необходимо было подготовить от района 36 призывников. Задание маленькое, поэтому его не выполнить практически невозможно. И даже с каждого села по одному человеку подготовить тоже нет возможности. Значит, наиболее лучшие всегда отличались в эту сторону. Сельские поселения – это Козьмаул, где очень много желающих, и Карламюрт, тоже очень много желающих ребят. Когда они все подходят к требованиям, которые определяются, но все равно там желающих есть, и работа проводится в лучшую сторону. Значит, для чего вообще значит, подготовка ДОСА проводит? Раньше, как вы знаете, в войсках были школы младших оценных специалистов, где в течение 3 месяца готовили водителей. Сейчас есть сокращение срока службы, и в связи с сокращением вооруженных сил эта подготовка, значит, уже не проводится, и готовить водителей уже в армии нет, на это время не хватает. Поэтому ребята должны уже быть подготовлены к службе до начала службы. Наряд на призыв, вот сейчас весной у нас 150 человек, из них 136 водителей. Это практически... Практически снаряд должны продавать только водителям. Вслед с этим приходится готовить ребят. Значит, какие требования к тем, кто должен пройти обучение в автошколе ДОСААФ? Это образование не ниже среднего, 11 классов и выше. Состояние здоровья должно быть годное, без ограничений. Ну и есть такой отбор небольшой, как профпригодность. Человек может быть совершенно здоров, иметь высшее образование, но профпригодность водителям абсолютно может не подходить. Поэтому вот эти 3 требования, которые должны предъявляться призывникам. Отбор на следующий учебный год будет проводиться уже в сентябре. Поэтому если у вас есть желающие, которые будут в сельских администрациях пройти обучение в автошколе ДОСААФ, пожалуйста, провести небольшую работу, чтобы ребята в сентябре уже могли к нам подойти. Значит, по итогам обычно подготовка специалистов военкомат выделяется в лучшую сторону, стабильно, в связи с тем, что наряд всегда выполняется у нас, люди есть, и у меня нет таких особо сильных проблем с этим вопросом. С проектом постановления по обсуждаемому вопросу ознакомил актив района замглавы администрации Хасавюртовского района Эмпаша Бакиев. Информация военного комиссара города Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям образовательного учреждения ДОСААФ России и начального профессионального образования в Хасавюртовском муниципальном районе принят к сведению. Работу признать удовлетворительной. Отметить положительную работу по отбору кандидатов для подготовки по военно-учетным специальностям Бурак-Гангачу, Карланьорт, Козьмаул, Индерей. Главы сельских поселений в взаимодействии с военным комиссариатом продолжит работу по отбору и подготовке специалистов для военной службы. Рекомендовать начальнику Хасавюртовской автошколы ДОСААФ России Назырову обеспечить в 2016-2017 учебном году качественную подготовку граждан по военно-учетным специальностям для вооруженных сил Российской Федерации. Контроль над исполнением настоящего постановления возложит на заместителя главы администрации муниципального образования Хасавюртовского района Касимова Вахида Дихановича. Вначале Закир Гаджиевич Баташев ознакомил глав сельских муниципальных образований с общей картиной по сбору налогов на землю и домостроение за 2-й квартал. И судя по таблице, ситуация не такая уж и плохая. Как отметил Закир Гаджиевич, у большинства глав сел налоги за 2-й квартал собраны на 80-90%, но есть и такие, у кого более 100%, за исключением 6-7 населенных пунктов, которым необходимо усилить работу по сбору налогов. Также поднимались вопросы о задолженности за
заработной платы в сельских муниципальных образованиях, о долгах за газ, электричество в сельских муниципальных образованиях. Говорили также и о снижении неформальной занятости населения. Закир Гаджиевич указал каждому главе сельского муниципального образования, на что следует обратить особое внимание, и что до конца второго квартала остается всего 3 недели, и поэтому времени на раскачивание нет, сказал он, после чего совещание актива района завершилось.